ваши лица, вы крылья дали нам путевку в жизнь. Чтоб долететь могли мы, словно птицы, до мудрости заснеженных вершин. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если светитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. И даже если светитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Спасибо вам за истины простые, спасибо за терпение и труд. Спасибо, что для нас определили в мир знаний восхитительный маршрут. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Желаем счастья, сил вам и здоровья, цветов успеха, радости и любви. Учеников веселое сословие мечтает, чтобы вечно жили вы. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, у вас озера доброты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Experience with King Jehoiakim. Thanks to your boss, can you tell us what Jeremiah originally asked you to do for him, sir? He asked me to write down a scroll of words God gave to him and then read to the people. What happened after you read it to the people? Yeah.
there is a winner. You know, sometimes people win. Not everybody's always a winner. So we do have one winner that got the most money out of everybody else. They got the most money. Okay? And that store was... An alligator eating a human. Created by Tim Gnotsky, a dog baker. By Emily, Milana, and Amelia. An alien snowman. By Antoshka Gnotsky, created by Tim Gnotsky. Snow chicken at the Bahoostic house. This is people freezing. Bob, Crane, you stop listening. The church. He's about my size. This is made with Dana and Elena. And the church and the snowman is Tim and Roman. We built a really big snowman, 10 feet and 3 inches tall. Really big. And 4 small snowmen. This is mine, which is Melissa, and Nicholas's snowman. It's drinking hot cocoa.
Так, а ну, Алиса, can you explain what you guys did? А ну, покажи, что у нее здесь есть. У нее зубы есть, потом goggles. Oh, yeah, minion. Nose. Так. It has hair. And then the feet. And then the hands. And it has the feet. And those are real feet. And empty. Yoshi. Esther, hello. And suspenders. Кошка с коронкой, да? With a crown. Okay. А это что это? Дом. И это лабрадор. Это кто-то идет туда? Дядька. Дядька идет, а что там в середине у тебя? Куала. Куала, и он будет кушать там, да? Да. Окей, okay. Это Алина построила. Я сделала маленькую движку. Там мотор есть и маленький плейграунд, платформ, там, где наступают, когда выходят вот эту рвишку. Вот это я построил anti-aircraft gun. Она на вверх и на низ крутится тоже. Это дядка контролирует. Это дядя просто стоит, смотрит, что никто не заходил. Вот это их машина, чтобы текать. И я тоже построил самолет. И там дядя в середине. Потом, после этого, я построил другую машину. With exhausts and everything, look at that. И что там сделали? Мистер Хеликоптер, он едет и поднимает машинку. That's nice. Опусти, глянем, кто там есть сидит. Кто там сидит в хеликоптере? Открой, глянем, кто там сидит. Там есть люди, да? Да. Окей, молодцы. Это наш Лего-город. Это пруд. Это качели. Я сделал олень. Олень? Это олень и коник. Водяные горки. Я сделал каретку. Каретку? Это мой замок.